Дорогие друзья, вот уже на протяжении 2 лет во всех учреждениях культуры города Москвы проходит акция «Ночь искусств». И сегодняшняя «Ночь искусств» в культурном центре на Алексеевской посвящена году литературы. На нашем концерте вы услышите стихи русских поэтов 19 и 20 веков и увидите танцевальные композиции на музыку к стихам русских поэтов. И наш концерт начинается стихами Анны Ахматовой и танцевальной фантазией на музыку Бетховена.